Четвертый уровень сложности. Я до сих пор не знаю, какие вот эти вот три последние галки. Поставил галку «Союзник заступников». Это облегчающая галка, на самом деле. Тебе сразу дают штаб с заступниками и одного персонажа. Объясню, почему мы берем заступников, почему они хороши. Режим «Терминатор» — это значит, нельзя использовать сейвы. Самое, собственно, основное условие хардкора, так скажем. Посмотрим. У нас кастомизированные персонажи. Это разные люди с Гудгейма. Вот это из «Парагона» второго товарища. Танигор, я рыжего узнаю. Бонивор, кажется, вот это вот веселенький. Не, это Кроу. Мультимиллионер-покерист Fallen, один из первых модераторов и пользователей Гудгейма нового. Макгрейн совершенный, да, это как раз из «Парагона». Аркадий, трейфер Фортуны. Ну, это просто образная Аркаша. И Мантич, конечно же, самый непрофессиональный стример. Так, что у нас тут? Что у нас тут? Что у нас тут? Что у нас тут? Хорошо, идем пока вдоль крыши. Вчера, конечно, был ужасный день. Ага, и вот они. Я запорол один трай и не смог новый начать. Ну, потому что, на мой взгляд, стримил с урывками. И очень уже под конец дня уже был таким уставшим, измотанным, и XCOM такого не терпит. Ой, это... Вы видели? Что? Один просто... Клипчик сделайте. Как он... Он упал же. Ну, ребят, давайте не будем мазать. Раз, минус один. Царапина. Какая царапина? Вы чё? Что с ним там? Он реально упал. Разбился, что ли? Да, он разбился. Как... Там, кажется, кинул кто-то гранату, сбил какое-то укрытие, его сбило этим... Короче, это что было такое вообще? О, следующий пак идет. Отлично, еще попадание по офицеру сразу же. Еще. Промах, еще, ребят, должны. Отлично. Нет, не отлично. Ну и где, и что, и как, почему так получилось-то, ну? Сразу стреляет. Промах. Крыша опасное место очень. У нас вправо сдвигаться, пока сектоиды не подбежали. И уже без Overwatch'а выходим к нему во фланг. У нас два выстрела по 100%, у него нет шансов вообще никаких. И лута нет, всего одна кучка лута была. Ладно, зато первую миссию прошли чистенько. Получили, правда, ранение, но ранение было с критом, под фулл-кавером. Короче, это такое было ранение, очень странное. Пошла первая операция, эвакуация. 7-9 врагов, эвакуировать випам, поехали. Наша задача просто эвакуировать випа. Просто эвакуировать. А, и это бригада, которая без маскировки и без ниндзя. Ага, вижу крышу. Подкрепление еще будет. Да, эта миссия опасная. Ну, здесь я хочу овера сделать, чтобы этот не фланганул. Да ладно, у тебя граната... Я не знал. Я не знал, что у офицера граната есть. Теперь знаю. Не, я переиграю. Блин, ну и как быть там? Ну, два пака и на миссию без ниндзи, без разведки. Потому что на аналогичную миссию мы уже одного отправили. Жалко. Ладно, мре. Погнали. Жалко, инженеров давали сразу же. Двоих. Павел говорит, привет, Майкер, впервые попал на живую трансляцию. Живая трансляция. Привет, Павел. Сейчас как раз видишь, до этого ничего не было. Первый трай. Ребят, у вас нормально все? Ну ладно. Как это? О, сейчас заметили. А что это у нас на остановке стоит такое? Хорошо пострелять должны. Минус один. Нормально. Остался один дрон. Хорошее начало. Дрон слоупок.
Соответственно, здесь у нас есть такой выстрел, и там два выстрела еще заступника. Нормально разобрались, да? Но опять же, вот эта вот тема с тем, что стенка вжух и перестала быть стенкой, это довольно такая дикая подстава от игры. Что могу сказать? Первую миссию мы начали с вами уже проходить более-менее спокойно. Оп. Ты за это также согласовываешь? А у нас не такой формальный. Мы же работаем не на... не как подрядчики. Погнали. Эта миссия без проникновения, то есть она не диверсионная. Нам просто поступил сигнал, нужно срочно спасать. Так что эти люди, учитывая, что нет фатига, сразу после этой миссии освободятся. Ну, если, конечно, выживут. На мой взгляд, тут очень много рандома. Потому что фактически ты можешь эвакуировать людей там, без серьезного... О, 60 можно. Нифига себе дугомет как работает, смотрите. Дистанция. Просто. Не, ну это круто. Я не знал. Уже ранение. Куда подкреп, интересно? И какая самая главная подкрепа? Обычный и обычный, окей. Кажется, на эту же площадь они и упали. После выступления на Вировине ты чаще поешь. Стараемся. Так, не разбегай. Блин, собаки, а. Ой. Нехорошо. Дезориентация нормально. Главное, не оглушение на два хода. Убьем точно, поэтому... У меня тут два человека, поэтому я уже уверен, что убьем. 96% мы не можем промахнуться. Горешь, не можем. Здесь, соответственно, просто жахаем отсюда, желательно, наверное, да? Спулил кого-то. Вижу то, что спулил. Черт, это плохо. А, нет. Это остатки были просто. Ууу, хорошо. Убиваем, потому что здесь патроны бронированные. Засада. Но в целом мы в минусе-то не остались в результате. Мы все равно опыт получили. Да, не получили модуль. Не получили на халяву прям опыт без миссии. Но зато слетали на миссию там, еще там четырьмя-пятью солдатами. Солдаты собираются на метро уезжать, или это просто ивак такой? Такой ивак. Минималка. Погнали. Так, проникните в тюремные камеры, эвакуируйте солдат. Ага, вот они, ивак. Блин, ивак в попе мира. Ну что, будем пытаться сейчас врываться. Да, будем врываться. Они сами врываются. Хорошо, что я оставил кого-то на оверах. Здрасте! Добрый вечер! Погнали, погнали! Тра-та-та, все мимо, сразу, давай, давай! Ой, 5 в спину, 2, но, просто, где сектой, давай сюда, домой! Работаем. Ой, это, слушайте, а музыка-то из XCOM лучше? Помним про пак второй. На-на, ну и как, ну... Подкрепа прилетает. Пока не вижу, куда. Прям на дым. На меня подкрепа. Не расслабляйся, говорит Михаил, фантастик. Одна ошибка, да, и ты ошибся. Прям на голову, реально. Ой, плохо. Блин, два овера. А тут дым сейчас должен рассеиваться уже. Молодцы. Справились. Там уже следующее подкрепление на подходе. Ну, ранения были, но... как бы... никого не потеряли. Даже Лемминга спасли. И спасли всех... всех сторонников сопротивления. Отлично.
Я сказал, что у Longwork официальное издание, но в Steam его нет, что дело не так. Но все-таки это мод, все-таки его нужно на Nexus мод искать. Так, мы на Иваке. Тут есть, кстати, возвышение. Я бы туда сразу запрыгнул. Причем даже двумя. Запрыгнул сразу. Ну, вся поляна перед нами простреливается. Блин, как он тащит? Мы почти до респа прошли. Благодаря вот этой вот его прозорливости. Представляете? Да-да-да, конечно. Да, нас не догонят уже, все. Нас не догонят! Это я продолжаю скрашивать ваш рабочий день. О, Шимида, кажется, прям к нам. Закидываю двух щеглов. Четырех хитпоинтовых базовых. Ребята, а вы чё вообще? По какому вопросу? Кто вам номер дал? Сейчас разберемся. Понеслась! Бах! Нана, бах! Бах! Там нецензурной лексикой просто поливают человека, который дропнул их сюда. Беги! В слоу-мо, давай! Run. Оп! Снова дроп. На этот раз вторая попытка у водителя закинуть нормально врагов. Их теперь не двое, а трое, как мы видим. Два щегла и уже один этот... Как его? А чё с здоровьем у вас, ребят? Скинули раньше времени, видимо, вас. А, или мне... Ой, ой, как больно там. О, ай, прям. Ой, по-живому. На-на. Not enough. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Моя любимая. Моя любимая музыка. Это из нового XCOM, из старого нового. На-ка. Экспа не пахнет. Бах. Все. Настреляли, да, не получили модификаторы, но зато нам должны за миссию. Безупречно, безупречно написано, ребят, безупречно. На всякий случай, если кто-то... Следующий гуф, плата за все твое издевательство над ответом. Да, да, да. Игра наказывает. Вот она миссия на эвакуацию ВИПа. Дикая. Ладно. Радио Черного мы жертвуем четырьмя леммингами. Что в итоге? Какие моды к вам накатили сверху? А у меня почему-то не увидел он большинство модов. Я накатил сверху... Мод конфиг меню какой-то. Stats on new promotion не завелся. Not loaded. Короче, я подписался, а в мод лаунчере появилась только часть модов. Погнали. Скорее всего, погнали. То есть тут вопрос одной клетки. Всего одной клетки. Готовы? Да, погнали. Раз, четыре урона сразу по одному. Царапина, минус один. Или не минус. Лут взяли. Дрон. Штурмаш. Защита работает. Молодцы. Как же хорошо миссию-то прошли. А вот следующая будет та еще аркада. Надеюсь, спокойно шатаем этого упыря. Собираем лутецкий, спасаем ученого, все, изи. Но следующая миссия, это будет совсем другое дело. Никакой войны, просто бег и аркада. Ну, некого мне было отправлять туда. Без ранений, без проблем, всех убили, почти все собрали. Молодцы.
Модифицированный расширенный, плюс 2 по учебнику. Надо будет подумать, как мне действовать в следующей миссии. Мне кажется, даже в рассыпную будет эффективнее идти. Вот она. 7-9 человек у нас идет сюда. 4 лемминга с пистолетами, блин, пулеметами для повышенной маневренности и саппорт-гранатами. Их задача каким-то макаром путем разведки своей собственной пробежать мимо, просто закидать гранатами саппорт и увести ученого на вывак. Аркада чистейшей воды. Логика идти вдоль стенки заключается в том, что при равномерном распределении по карте вероятность, ну, твой обзор фактически является, объем твоего обзора пропорционально общей площади является своеобразной вероятностью обнаружения врага. Это побежал, скорее всего, сейчас. Даже если овер, пофиг. Это немного всего даст мне. Блин, одна клетка. Ну, мне и так везло, что я только один пак увидел. Сектоид. Кого? Зомбаря. Да, хорошо! Главное, что не паника, а то он мог оставить здесь. Держись. А сейчас самое главное, чтобы под полукавером человек выжил. Мимо. Хорошо, хорошо, хорошо! И последний. И овер. Хорошо, хорошо! Ну что, бежим? Все-все успевают. Даже сокол подлутал. Вы представляете? Какое счастье. Просто счастье. Красиво. Сомневался я, идти на эту миссию или нет. Но могло быть по-другому, конечно. Оценка отлично. Убили двоих. Да. 7-9. Захватите предмет из поезда. Найдите улику. Погнали. Но эта миссия типа должна теоретически быть проще, чем следующая. Следующая самая будет жесткая по захвату ресурсов без скрытности. Но там можно свалить в любой момент. Ну, как в любой момент. Маскировочка. Помним, что у вахтера есть после убийства неуязвимость против одного. Вижу пачечку, да? Непонятно, с какой стороны подходить к этому. Вообще справа лучше, потому что тут она виднеется просто. Я не хочу подходить, я инициирую снайпером. Царапина! У-у-у. Понеслась. Ладно, штурмовик у нас, если что, дрона убьет. Давайте пробуем дрона под контроль. Ну, потому что если ему он бафнется, его штурмовик, скорее всего, убьет. А если он к нам за нас будет играть, это будет подспорье. 55%. Давай, давай! Есть! Наш! Мы контролируем робота. Бах! Две брони, дезориентация, оглушение. Погнали на следующий ход. Сейчас у нас такая будет штука хорошая. Люблю специалистов. Умеют они, умеют. Могют. Голографическая цель указания. Я не знаю, сколько она будет длиться. Кажется, только этот конечный ход. Блин, лишь бы вот дрон еще разок. Кажется, работает. Да, отлично. И по нему начинает стрелять. Прекрасно. Мне как раз его нужно сейчас вот в этот ход уже изводить. И он фланг подставляет. Как грамотно. Дрон работает на нас на 100% просто. Три выстрела из четырех поглотил. Михаил, может, в спасение... Да-да-да, он там был. Еще может убить. Ай, медика, фланг. Мимо, хорошо. Ну, там жизни много, он даже скрита бы его не убил. По взлому. Взломаем сундук. Так, кажется, специалист получает еще опыта. Плюс есть больше вероятности получить какой-нибудь бонус без негатива. Получите большой кэш данных. Материалов. Мне кажется, я попаду. Чуть-чуть не попал. Валерий Скроу, привет. У нас первая попытка, первый трай. Успешный, победный, как обычно. Миссию выполнили. Осталось только свалить. Ладно, справились с миссией. Но следующая должна быть значительно сложнее. Я еще дважды подумаю, полечу я туда или не полечу. Не нравится она мне. Ранение получил, тем не менее. Может быть, лазаретик сделать. Хотя сейчас мне на жилеты из наносплавов. Я из будущего, там изи можно аркадить. А, сейчас.
Вот это вот меня беспокоит, миссия. Снабжение. Захватить набор... А, ну да, ну поехали. Короче, это миссия с двумя, максимум тремя контактниками. Туда полетит пять человек без скрытности. Типа надо уничтожить, ну, захватить... ресурс. Ресурсы нам нужны, конечно же, как раз на жилетики те же самые для... Потому что жилет там добавляет, не помню сколько, но кажется, то ли 3, то ли 4 хита даже добавляет. Очень хорошая штука. Для контактников нужно будет жилет из наносплава сделать. У нас деньги на это, ну, на несколько жилетов будут, на парочку жилетов. Но здесь бы ресурсы добыть, которые как раз и материалы, и сплавы. Да, вот, выходит. Один обычный. Стреляет разрушительно как раз. Попадает даже сразу, красава. Три человека. Овер. Ну что, погнали, да? У меня молниеносных нет. У меня нет молниеносных рефлексов. Закину на этого светошум. И сокращу вторым штурмашом. Не хотел штурмашами тратить run and gun пока что. Главное сейчас этот ход пережить. Как бы тут штурмаш заходит, тут штурмаш заходит. Хорошо, мимо. Ай, попал. Блин, под сопрессом попал. Уже ранение. Ладно, подходим. Я бы для начала зашел, так проверил. Да, вот, чтобы спулить. Да, понял. Это хуже. А чё двери открылись? Так, это жопа. Ну, здесь миссия на проникновение. Ну, в смысле, на проникновение у меня было всего 5 дней. Вот это проблема. Сейчас паника или контроль? Контроль. Kill. Kill. Kill them all. Овер. Блин, ракету бы запустить. Но его ранят. Собаки, а. Так, ладно, под контролем ты, чувак, держится. Есть протокол защиты на полуукрытие. Ну чё, два пака сразу. Ну ничего, кроме ранений. Ресурсов не получил, ранение получил, человек потерял. Я только не понял, как за стенкой люди за дверью спулились. Да, сила адвента 3. Хочу пожаловаться на Илояра. Ну куда это годится? Триска не воюет. А ведь она могла бы красть у адвента еду, прятаться с ней под кровать и рычать на них. Минус. Короче, беда у нас. Беда. Сила адвента увеличилась, и, соответственно, на следующей миссии у нас будет, ну, уже больше народу. Сейчас миссия ниндзя эвакуирует кого-то там из... Так. Эвак вроде не так далеко. Ну, я бы прошел, посмотрел, блин, могу ли я випом пробежать сразу на крышу. Не могу. Змея. А я все равно должен на крышу идти. Сила в регион. Ну, я лишился огромного количества ресурсов. Ну, видите, там один день, 9 часов. Все, ты... Туда нужно идти топовые команды, и там все равно будут мутоны, и все, и же с ними. Сейчас мы по крыше, и потом сюда пытаемся на аркаде влететь. Хорошо.
Эвак так близко и так далеко. Блин, он сейчас заметит, не заметит. Тихо, стоять. Заметили, на последней клетке. Ну все, до свидания, вип, блин. Ну что, моя задача бежать. Бежать как хз. Вокруг, наверное, все-таки на максимум. Уже раненый, а стало быть, уже коцанный и с маневренностью проблемы. Да, ну, скорее всего, сейчас по випу будет стрелять уже, и он не уйдет. Да ладно. Оторвались. Оторвались. Блин. Хорошо. Поехали. Интересный трай, да, выходит? Все равно много эмоций. Здесь просто жесткая миссия будет. Если я не ускорю проникновение, сколько будет стоить 30 разведданных? То будет 10-12, не 7-9. Давай ускоряем. Погнали. Уже как бы сила адвента высокая. То есть и новый месяц. Ну, скорее всего, новый месяц пофиг, сила адвента. То есть сейчас будет у нас всякие змеи. Вот эти вот с клинками, с мечами враги. Щитовики. Добавятся новые типы врагов. И усилятся старые. Все, попробуем. Попробую свалить от этого разведчика все-таки. Solid copy. Ну, здесь придется стоять на месте, как ни крути. И снайп тоже не ясно, куда его ставить, блин. Как? Как? Твою мать! Ну, вроде все по так... Все одинаково шли, блин. Все одинаково шли. Ядрить. Мы можем управление с хорошей вероятностью. Отключение 100%? Да, давайте сейчас под управление. Он реально мне может помочь, как в той миссии. Давай. Только побольше, чем 55. Давай, сможем. Да! Наш пацан. Адольф берет под контроль дрона. Сейчас полетим. Нет, это очень хорошо. Дрон, во-первых, он делает разведку. Он бронированный. И привлекает на себя внимание. О-о-о. Все равно стрелять будет. Блин, что-то я... У нее пушка какая-то особая, судя по звукам. Так, а на следующий ход уже будет подкрепление. Я бы попробовал все-таки ломануть вышку. Специалистом, потому что он все равно на Иваке близком. Взлом. Ну, тревога на карте, какая разница. И так тревога по полной программе. Мы уже все спулили, что только можно было спулить. Давайте. Небольшой объем разведданных. Патч. Есть, дотянулись. Отлично, молодцы. Какая миссия, да, разноплановая? И так. Столько возможностей классных. Ну, у него, конечно, наносплав. Этот жилет из наносплавов. То есть он такой... Плотнее, чем обычно, но ранение есть ранение. То есть я пока без госпиталя с раннего не могу играть. После этой миссии мы можем даже попробовать лазерное оружие поделать. Сила адвента на этой, в регионе. И, ну, с большим количеством я мог не справиться. И так на грани было. Два ранения. Но, тем не менее, мы поломали, мы взяли там элитные приклады, полутали хорошо, добыли сплавы, добыли, ну, спасли випа. Короче, целый комплекс задач выполнили. И возвращаемся домой. Ну и вот она миссия. 7-9. Погнали. Так, миссия, повторюсь, очень важная. Мало того, что мы спасаем оперативника нашего, так еще и мы получаем трех товарищей сопротивления в тот регион, в который нам очень нужны люди, которые сопротивляются, хотят сопротивляться. И при этом, да, у нас с одной стороны оружие с модификациями нового тира, у некоторых товарищей он светится красненьким, с другой стороны, нас всего лишь пятеро.
открываем. Так, новый повстанец прибывает. Давай, 71, ну. Еще одного товарища можем спасти. Прибывает в убежище в этом регионе. Хорошо, повстанец. И открывают, открыться камеры должны. Все. Обе камеры. Обе камеры. Да. Вот, Джуз, который... Ну вот вопрос. Вылезать сейчас или нет? Что за звук-то? Звук стрёмный очень был. Мэг. Мэг бежит. Ой. Овер, но... Ох, лазерное оружие! Пах! Сразу пробил! О, еще овер! Трррр, попал. Хорошо, хорошо. Где лазерка? Где еще лазерка? Давайте. Пиф! Пах! Ми! Попал еще по одному. Так, хорошо. Ну вот и посражаемся, да? Я думаю, надо Мэка убивать. Возможно, даже... Ну, хотя нет, лут — это плохая идея. Сейчас мы снимем ему армор. Возможно, даже дважды. Хорошо. Так, здесь у нас самый хороший выстрел. Два раза по 90. С пробиванием брони. На... Капец. Так, ну что, постреляем мы по ним, не постреляем? Я пока не вижу, где они дропаются, а рядом с вышкой. А прям на нас дропаются, да? О, не лемминги. Двое милишных. Побежали. Постреляем, 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 постреляем. Пиу-пиу-пиу, пиу-пиу-пиу. Минус один уже сразу же. Еще, 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 еще. Нет? Пойду. Все, 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 не будем лутать. Итак, миссию выполнили вообще чистенько и спасли. И это самое. И Мэка развалили, нашего первого. И кажется, мы сейчас спасли человека, единственного, которого типа потеряли. Ну, оставили в плену. Вызвали из плена сейчас того, кто там от раненый был, умирал. Важное, четкое, важное. Взяли трех товарищей, прокачали нашу основную группу. Молодцы. Молодцы. Давай проверим. Нет, не снизилось. Погнали. Так, здесь первичная задача — эвакуация. Вторичная задача — нейтрализация цели. Если будет возможность нейтрализовать цель, мы ее пытаемся нейтрализовать. Народу много, можно, блин, потерять здесь, конечно, бойцов. Операция называется «Потный отец», как выяснилось. Да, название, конечно, суровое. Маскировка. Так, у нас есть, соответственно, ниндзя. Мы будем идти ориентировочно вот сюда. И сразу у нас дрон. Ой, две змеи сектоид. Но змеи — это уже как бы неприятные люди. И это тоже к нам идет. Ну, мы вроде до Ивака долетаем. Добегаем. Так, и так. То дрон нас не видит. Тихо, 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 тихо. Видел. Ай-яй-яй. Задерживаем. Статус confirmed. Target package in custody. Moving to position. Переноска юнита. Target VIP secure. I'm on it. Все, уходим. Ну, сейчас вопрос от дрона. О, нет. А это плохо.
Мы сейчас приду в себя, последний ход. Стреляет уже. Сука. Приду в себя от оглушения. Ну. Дезориентация. С випом! И ухожу с випом! Подожди, еще не все. Там овер, нет. Нет! Ай, жесть какая. Блин, ну вот один ход. Ну, мне показали, что дроп прилетел не туда. Что он в этом. И действительно, дроп был разделен. Но один этот... Один дрон остался у меня на респе. Я должен был предвидеть такую хрень, блин. Играй там себе на норме, загружайся, сколько влезет. Зачем ты с советами сюда лезешь? Почти такую сложную миссию закрыли, а? Черт. Делаем выводы, учимся. Просто жуть. Рейд за материалами. Потный сын сейчас идет. Блин, что-то миссии потные. The Advent troop transport is nearby. Engage and eliminate all hostile forces. Уже справа враг. Змея. О, блин. Так, я помню, что в прошлый раз я зря вообще ходил куда-то. С богом. Ну, 4 человека, нас 8. Чё мы боимся? Чё мы боимся? Чё? Я не знаю. Причем там, видите, броня у всех есть. Как раз нужно ее рвать. Броньку эту. Погнали, блин. Не, оверов специально нет, я не хотел сейчас атаковать на оверах. Ладно, 70 раз. На-на! О-о-о, я забыл, что огнеметчики взрываются. Кстати, звуки здесь в игре тоже очень важны. То есть, то, что мы... А, он, кстати, не достанет никак нас, огнеметчик. Так что можно его пока не убивать. О, есть. Второй пак. Ну, пожалуйста, вон. И с ним я как раз огнеметчик битый. Поехали. Видим человека со щитом. Ну, где? Давай. Ну, блин. Ой, там два пака, там мутон. Там зме... Капец, мы попали. Кажись, попандос. Ну, ладно, ракеты, гранаты. Второй пак не спулили, нормально. Увидели. Ну, понеслась, блин. Попадаем только по одному. Мутон здоровый. Две змеи и дрон. Змея хорошо может упасть. Да, вот по троим так. По мутону, по змее. Погнали. И по обычному. Бах. Змея упала. Разбилась. Ну. Подавление минус. Ну, разбилась. Два хита всего лишь. Но она под флангом. Хорошо, мы ее можем ушатать. Еее. Завалили. Это наш первый мутон, кстати. Лицо. Ну, попал. Ранение все-таки попало. Но 5 хитов, понимаете, он мог стрельнуть по людям, у которых там 6 хитов. И это было бы уже... Ну, то есть понятно, что он не убил бы, но... А нет, 5 хитов. Вот как раз ровно здесь 5 хитов. Так что... Справились. Фух, вот это трай. Вот это трай. Справились. 18 человек, 4 ранения. Можно было избежать, конечно, многих. Но мы поздравляем, блин, бойцов. Они первый удачный рейд у них. Все, друзья, это была, на мой взгляд, весьма и весьма неплохая часть. Мы начали с нуля, дожили до 8 мая. Потеряли только 2 бойцов за все это время, один из которых Леминг. И... ну... Да. Да, неплохо. Все, увидимся с вами завтра, скорее всего.